30 ноября 2011 года. Идет сейчас известный вейверк. Идет перемешивание осадка сточных вод с торфом и вывоз его на машине в ту карту, где в основном мы сейчас собираем дождевых червей дендробена. Ну и соответственно сегодня их, наверное, будет очень мало. Вот там идет как раз вот эти танки выгрузка того, что здесь грузят. Ну и соответственно, вот посмотрю только вот в этой карте ближней к воротам. Ну и в остальных двух, которых выходит транспорт. Ну вот все, что задумывается в Эстонии, почему-то очень быстро дело делается. Либо точно в сроки, либо несколько опережая. Никогда не бывает задержек. Вероятно, это связано с высокой безработицей, довольно приличной заработной платой. Люди, соответственно, держатся за работу и хорошо работают. Ну и нам